зрителей телеканала «Охота и рыбалка» вновь ждет приятный сюрприз от Андрея Старкова и команды проекта «Рыбалка без границ». Мы перемещаемся далеко на восток, туда, где день начинается на 7 часов раньше, чем в Москве, и где время теряет свою значимость на фоне величественных таежных пейзажей Хабаровского края. На одном из безымянных притоков Амура будет разбит наш походный лагерь. В этой точке и начнется большой сплав за хозяином здешних вод, дальневосточным тайменем. Карась, карась, игра началась. Вот это скорость, а! Так. Маленький таймешонок. Сейчас мы аккуратненько его возьмем и отпустим. Обязательно нужно намочить руку, чтобы не травмировать малыша. И вот здесь, на камнях, мы отпустим его. Да, толстячок? Маленький, но очень красивый. Обыкновенный таймень – рыба семейства лососевых. В длину может вырастать до 1 метра и более, и весить при этом от 50 килограммов и выше. Обитает исключительно в пресных водах, населяя все реки Сибири. Летом таймень держится в протоках. Зная это, мы и собираемся его там ловить, отправившись с группой российских гидов и малазийских туристов в увлекательное путешествие по малым притокам Амура. Побольше 12? Ну, я думаю, что это где-то 13-14. Мне кажется, 12. Не могу ошибаться. Пока мы тут занимаемся легким спиннингом, мой друг неожиданно для всех поймал рыбу, я думаю, в районе 15. И это его первый и самый крупный трофей на этой реке. Чтобы поймать такого таежного красавца, вам необходимо запастись тем, на что он будет клевать. Чаще всего Андрей использовал крупные воблеры класса Minnow, длинные прогонистые приманки с хорошей собственной игрой, длиной от 130 до 190 мм. Заглублять их нужно примерно на 1 метр, чтобы эффективно облавливать как ямы, так и перекаты. Ведь таймень легко поднимается и атакует приманку, если, конечно, она придется ему по душе. Так. О, пошел против течения. Да. Сейчас уже всплывет, я думаю. Не очень большой. Сворачивай. Давай. Так. Тут, да, главное не спешить. Вот он. Вот он, мой хороший. Так. И вот тут, кстати говоря, пальчиком можно помогать фрикциону, чтобы все делать ювелирно. Чтобы дозированно заворачивать рыбу, иметь возможности, при этом при рывках отпускать ее. Это такой, я понимаю, да, традиционный финт, когда он кувыркается. Ну-ка. Вот так вот, опа! Привет, дружище! Как тебя зовут? Меня зовут Андрей. Хорошенький, правда? Ну, такой, думаю, что чуть-чуть за 4. Толстенький, хорошенький и очень красивый таймешок. На экстремально легкую для него, конечно, снасть.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо. Сейчас я тебя должен подержать. Надо сначала подержать рыбу, дать ей успокоиться. Делаю эту за хвост. Видите, фиксирую обязательно в вертикальном положении, чтобы она не завалилась на бок. Он должен немножко прийти в себя после вываживания, фотографирования. Хоть это, конечно, и не сильно, так сказать, его травмирует, но тем не менее надо дать возможность рыбе прийти в себя. Чуть-чуть пошатываем его. В принципе, достаточно вот просто держать его в таком положении, придерживать за хвост. У него очень удобная здесь такая перед хвостовым лепестком площадка. И как только он начинает активно подавать признаки жизни, то есть собирается уплыть, мы его просто отпускаем. Так, вот. Так. Эту процедуру надо обязательно делать. Так рыбе легче переносить стресс от вываживания. Все? Давай, мой хороший. Так вот, сейчас мы его запустим. И спокойненько рыбка уходит в родную стихию. Ну, а мы берем спиннинг и продолжаем ловить дальше. Да. После поимки надо обязательно проверить рабочий участок шнура. Здесь я не делаю вставки из флуорокарбона, почему-то ленюсь, хотя надо бы, конечно, их делать. Все же здесь камни, ну, хотя сейчас перекаты довольно глубокие, вот чуть выше по реке я собираюсь уже делать вставки из флуорокарбона. Здесь, надеюсь, на авось, пока вроде бы все проходит, но после каждой серьезной рыбки нужно обязательно проверить рабочий участок шнура, примерно полметра, метр, на предмет наличия повреждений. Вот здесь я вижу небольшое повреждение шнура, буквально вот там в 5-10 сантиметрах от приманки. И это говорит о том, что этот участок шнура нужно вырезать и перевязать приманку. Лениться не стоит, это чревато потерей как трофея, так и, собственно, приманки. Поэтому мы сейчас перевяжем наш воблер и уже потом сделаем заброс. Поклевка может последовать в любое мгновение. И обязательно обратите свое внимание на состояние крючков. Таймень очень сильная и агрессивная рыба, поэтому родные крючки у воблеров лучше заменить, так как большинство такого класса приманок рассчитано на ловлю большеротого окуня, васса, и крючки у них весьма слабые. Чаще всего их три. Для ловли тайменя такой вариант точно не подходит.